budujemy instytucję bardzo demokratyczną, budujemy instytucję bardzo nowoczesną, ale opierając ją o tym, na tym fundamencie, który istnieje. Ci, którzy tego nie robią, ci, którzy o tym zapominają, często mają bardzo duże problemy, bo przychodzą z projektem, który jest niezrozumiały. Лично я ожидаю очень многого, но я очень боюсь, что бюрократическая машина Европейского Союза съест этот проект, поглотит этот проект, как поглощает многое другое. И в основном это связано с проблемами демократии, прав человека, гражданских свобод. Это тот основной принцип, на котором был построен Европейский Союз и все европейские институции. И это те основные принципы, которые нам так нужны нашему государству, потому что без решения этих проблем, без существования такого государства в наших странах, ничего не произойдет. Вот это я жду, что европейское партнерство сможет сделать все, чтобы вот эти главные ценности Европы, это демократия, это права человека, это свободная пресса, она продолжала жить и действовать в наших странах. Для любой семьи главное жить спокойно, без конфликтов. И вот когда ты имеешь под рукой, под собой такого соседа, тебе спокойно живется. И вот это могут дать нормальные страны бывшего Советского Союза. Вот такой разговор открытый и бесцензурный, без купюр, то, может быть, это дойдет через тех польских наших друзей и коллег, смогут донести до европейского, до боссов так называемого проекта «Европейское партнерство». Для меня было большой радость встретить своего старого товарища Кшиштофа Становского, и он занимает такой пост Министерства иностранных дел, большой, высокий, и это меня очень радует, потому что такие люди должны быть там. Хорошо было бы, что такие люди были бы и у нас в странах, и такие люди именно могут понять нас и сообщить выше этим боссам, боссам от Европейского Союза, от бюрократической этой машины, что на самом деле происходит и что на самом деле нужно делать. Я пока не собираюсь ничего делать, я являюсь партнером с другими организациями из других стран по данному проекту, и поэтому не собираюсь пока не предпринимать никаких обязательств. Хотелось бы, конечно, встретиться с самими руководством этого и объяснить им, что вообще нужно делать и как я вижу все это. Есть несколько проблем, которые могут они решить или должны решить, чтобы я бы согласился на работу с этими проектами. Наша организация согласилась бы. Ну, а много проблем есть, я бы сказал, которые это. Наша основная деятельность – это мониторинг прав человека в Армении, это мониторинг отдельных учреждений, таких как психиатрические больницы, тюрьмы, суды. Это про боно-сервис в судах, это мониторинг ситуации с правами правозащитников. И мы также являемся, наша организация является координатором по Армении от Южно-Кавказской правозащитной сети. Мне очень приятно, что я уже второй раз участвую в конференции GoEast. Эта конференция, конечно, открывает огромные возможности для кооперации восточноевропейских стран. И мы здесь реально находим себе партнеров, реально узнаем о всех новостях в области этого проекта и всех сопутствующих проектов. Можем рассказать о своих наболевших проблемах и в то же время узнать о всех новостях, которые происходят в тех странах, которые включены в программу «Восточноевропейское партнерство». Явно чувствуется расширение радиуса интереса в рамках этого проекта, так как в этом году уже гораздо больше организаций, гораздо шире спектр этих организаций, сюда уже включаются много очень интересных организаций. И в этом контексте, конечно, наше участие не такой большой организации, неправительственной организации, направленной на культуру детей. Второе участие наше в этой программе, конечно, это огромная реклама для нашей организации, это огромные возможности поиска партнеров, так как мы уже с помощью этой конференции находим и в тех шести странах, которые
участники этого проекта, и даже в европейских странах находим какие-то поддержки. Это, конечно, огромный плюс. И в поддержку моих мыслей я хотел бы подчеркнуть, что вот в прошлом году, например, партнерство было как объект обсуждений. То есть мы видели много выступающих, которые говорили и желали неких co-action проектов. Но в этом году мы уже видим большое количество организаций, которые конкретно представляют уже сделанные даже проекты. И это говорит о том, что проект Восточного партнерства работает, уже реально работает. Я считаю, что вот на этой конференции, на второй конференции, для меня очень интересная часть конференции была Civic Society секция. И в частности, я сам тоже выступал в секции Civic Society гражданского общества. И расширение вот этого сектора в этом году, конечно, говорит о том, что есть большой интерес к проблемам civic society, гражданского общества. И для нас конкретно, лично, вот для азербайджанской делегации и для азербайджанских организаций, конечно, проблемы гражданского общества составляют первостепенной важности проблемы. GOIS 2010 jest takim kolejnym udowodnieniem tego, że warto rozmawiać o partnerstwie wschodnim z ludźmi z Partnerstwa Wschodniego. Jest to jedna z naprawdę nielicznych konferencji, na której przyjeżdża nie jeden, nie dwóch przedstawicieli krajów takich jak Gruzja, Azerbejdżan czy Ukraina, ale naprawdę spora grupa i to ludzi, którzy nie reprezentują wyłącznie instytucji publicznych, ale przede wszystkim instytucji, które naprawdę dokonują zmiany społecznej, kulturowej w tych krajach, niezależnych organizacji społecznych, niezależnych organizacji kultury. Myślę, że jest to w jakiś sposób kolejny krok do tego, żeby coś wspólnie budować, natomiast mam nadzieję, że na przykład przyszłoroczny GOIS będzie jeszcze bardziej nastawiony na wypracowywanie praktycznych rozwiązań, na myślenie o wspólnych projektach, czyli że będzie miał prawdziwy wykon. I think it is a big progress because the second part is mostly dedicated to some active steps and some organizing steps, which are very important. And I hope that we will develop it during next year. We will realize practically not everything what we were talking about, but at least 50%. If we talk about progress of contemporary culture in Azerbaijan, I can't really be too optimistic, because it's still in prison condition, if I can call it. Of course, there are some actors who are more or less active as in country, also outside, but it's still not enough to call it culture, contemporary culture, you know. So that's that briefly about the situation. Some new initiative of young people, not registered, it's not NGO, but just initiative. They are trying to make more popular culture, contemporary culture. Plans are big, I mean, those small group, initiative group of young people interested to kind of promote contemporary culture. So they are planning to come closer to contemporary us as we will pass all those stages of the development of ours, and in different with different embassies, with different supporters, we are trying to involve those European countries to kind of advertise culture of Europe in Azerbaijan, and also otherwise. Georgia is one of the quickly developing and progressively developing country.
contemporary art in Georgia, it is also has very interesting steps, because there are different festivals, different exhibitions, many cooperative projects, you know. But the main point, what we need now in Georgia, you know, to develop well-organized projects, which will be not only in a South Caucasian context, but also in a European context. And it will be interesting for European, American, and other countries. For example, this year on our events, we have artists from New Zealand, from Argentina, and so on and so on. So we try to become more interesting for the rest of the world.